Итак, друзья, квалификация. Квалификация, один круг, я тут выбрал время, просто не дают ездить. 35 участников, и просто не могу брать эту квалификацию, просто мешает. Вот выбрал окно, вроде пока никого нет, надо быстренько проехать. И я пока последний, было несколько попыток, но мне мешали постоянно. Всем привет, друзья мои. Так, квалификация, от этого зависит, каким я буду стартовать. Едем мы на 100 карах, очень мощные машины, где-то под 700 лошадей, нет ни АБС, ни ТС, ни ТЦ, ничего нету, просто железяка, мощная железяка и все. Так, ну вроде пока никого нету. Очень трудно управлять, чуть-чуть педаль газа дашь с вывернутым рулем, все, тебя сразу разворачивает. Отлично, я первый. И машины как раз выехали, сейчас просто не дадут ехать. Вот впереди машина, конечно, я сейчас нагоню. Все, бесполезно. Все, друзья, переходим к гонке. Сейчас покажу машинку. Toyota мне понравилась очень здесь. В этой серии участвуют всего два бренда. Это Toyota и Chevrolet. Вот такая Toyota прикольная. Мне очень она понравилась. Понимаю, это бразильская серия, потому что сейчас открою меню, там одни бразильские пилоты. То есть вот такие сумасшедшие машины, которые там по 1000 лошадей без АБС, это, ну вот смотрите, одни бразильцы, здесь не видно, вот как бы вот так. Так, ну что, гонка, парни, топливо на проверим и погоним. Все, погнали. Трасса узкая. Если бы я квалификацию не проехал, то есть 30 человек, ну, допустим, даже пятерых обогнать было бы очень сложно. Погнали. Очень узкая трасса, такая же, как и Мола. Вроде по длине нормально, а для обгона места нет вообще.
творит, а? Мне переключилась передача на первую. Я потом уже заметил, но вроде бы вторая тянет, сразу разогнался. Нормально. Но надо на первую. Здесь в этой игре еще есть такая функция. Можно поставить кнопочку, но не кнопочку, чтобы, короче, поломка автомобиля внезапная. То есть не просто авария какая-то назвать, нет, а именно поломка. То есть едете, едете, раз радиатор там потек, перегрелся, двигатель все заклинило. Раз там, я не знаю, рулевые эти рейки погнулись, еще что-то, блин. Ну, короче, есть такая функция, но я ее не стал ставить, конечно. А то будешь выигрывать, и за полкруга у тебя там что-нибудь сломается, будет обидно, конечно. Короче, очень крутая игра. Я что-то все каникулы не выложу из нее. Как водят ее, да? Чуть газку даешь, ее влево, вправо, влево, как это. Рыба, которая клюет, тяжелая, вот тоже так же водит. Опять на первое не третий круг пошел. Thank you.
Так, сейчас четвертый круг. Пока все нормально, иду нормально. Вот и 93%. Так, все, последний круг. Даже с улучшением еще иду. Так, ну все, последний поворот. Японцы у себя дома выиграли. Японский автомобиль. Японцы радуются, пьют саке. Что ж, друзья, я на этом буду прощаться. Смотрите повторы. Я там оставил повтор, потому что машина красивая. Можно посмотреть, понаслаждаться. Все, я на этом прощаюсь. Ребята, всем удачи, всем.
Thank you.